Я размышлял над тем, что такое любовь. Любовь – это всегда жертвенность. Вот отличие любви от влюбленности. Влюбленный человек, он хочет иметь. Он хочет иметь, он хочет быть собственником. Поэтому он и ревнует, и он не отпускает, и там много претензий предъявляет. Он смотрит на человека больше как на товар и говорит, вот ты не такой, вот ты такой, такой. А любовь – это жертва. Это ты, когда жертвуешь часть своей жизни в отношении другого человека. И ты не то, что его не меняешь, ты принимаешь его таким, какой он есть. Ты желаешь ему блага, даже если он будет не твоим.